Приветствую вас на канале RedCat, я снова вернулся в B-Sim. Да, ребята, симулятор пчелки возвращается, я его забросил из-за того, что было очень сложно прокачиваться, но вышел пасхальный крутой ивент, который теперь помогает очень быстро прокачиваться. И я, ребята, за 3 часа открыл самую последнюю локацию в этой игре. Ну что ж, ребята, осматриваю карту, тут большой заяц стоит, но он не дает заданий. Окей, ребята, давайте попробуем разбить этот... шарик, это яичко, или что это? Ничего не дали абсолютно. Мы тут с Миланой пришли фармить, а нам ничего не дают. Заданий нету. Очень странно все это было. Все это очень странно выглядело. Но оказывается, ребята, это большая локация для фарма. Для фарма яиц, которые вам дадут бусты. Очень прикольная идея, мне очень понравилась. Ну и, конечно же, я вам расскажу про все крафты, про все рецепты, которые вы можете сделать, какие яйца с какими соединять, что в итоге получится, какие бонусы это будут давать и так далее. Также слева вы видите, что немножко локация поменялась, добавился инвентарь, добавились шапки. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Стало все намного удобнее. Ну что ж, ребята, продолжаю фармить яйца и вот наконец-то получил частичечку этого яйца. Дело в том, что вы будете крафтить вот из таких частей яйца, а потом из этих яиц будете крафтить еще более крутые яйца. Ну давайте по порядочку. Одну часть я уже нафармил, давайте попробуем теперь желтую часть нафармить. Добиваю. Нет, ничего не выпало с этого яйца. С этого выпало. Отлично, у нас есть две половинки, мы можем их соединить. Половинки выпадают не каждый раз с яйца, вам нужно этот цветочек бить иногда и по 5 цветочков, иногда с первого раза попадает. И вот этот цветочек дает вам плюс 5 к скорости. Да, ребята, это не очень прикольный буст, но некоторые яйца дают буст намного круче. Поэтому продолжаем искать кусочки и собирать из них яйца. А из двух яиц, ребята, я сделал вот такое вот уже яйцо, которое не 5 дает ускорение, а 10. Дальше крафтим вот такое вот еще яичко и получаем 1,5 квестом. Это очень круто, ребята, 1,5 квестом, это безумная награда просто. Дальше идем крафтить, что у нас тут еще. Вот это соединяем между собой и теперь вот эти два яйца тоже соединяем. Получаем еще одно яйцо, уже третье, которое дает 1,5 дамаг. То есть вы будете фармить намного быстрее. Ну и это, ребята, только второй уровень. Потом вы можете между собой еще соединять яйца. Вот эти вот, которые у нас с бантиком. С другими яйцами. И получать бронзовые, серебряные и золотые. Это, к примеру, дает вам x2 на продажу. Ребята, x2 на продажу стоят за робоксы 649 робоксов. По-моему, в этой игре вы получите его бесплатно. Это просто уникальный буст, конечно. Ну и вот это, к примеру, яйцо мы тоже можем совместить с бантиком. Получим серебряное. И оно дает 0,5 критический шанс. Также, ребята, смотрите, есть еще выпадают всякие разные предметы с цветочков. На каждой локации, если вы будете фармить цветы, вам будут выпадать призы, которые у вас будут в инвентаре. К примеру, здесь я выбил палочку, которая дает x2 на продажу всей пыльцы на этой локации. Вот она, видите? Теперь я могу ее выбрать. Что у нас еще тут? Квест Эвард. Это не очень подходит. Короче, к чему я клоню? Вы можете совместить вот это вот яйцо, которое x2 вам дает на продажу, и палку, которая x2. И таким образом с x4 я только что продал всю пыльцу. Также можно еще открыть вот этот вот сундучок тоже с x4 и получаем таким образом на канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Огромное количество денег. Ну и еще один прикол, ребята, смотрите. Вот здесь вот есть алтарь. Будьте с ним предельно аккуратны, потому что он у вас заберет какое-то из яиц. Это как-то рандомно выбирается. Я не хотел, чтобы у меня яйцо пропадало. Но смотрите, у меня есть бронзовое, у меня есть вот такое, и появился гем. И палка. Раньше, ребята, у меня еще было серебряное яйцо. Вот я вам показывал как раз перед этим. У меня было серебряное яйцо. Оно заменилось на вот такой вот гем. Поэтому, ребята, прежде чем идти класть что-то на алтарь, 2 или 3 раза даже лучше подумайте, стоит ли оно того, потому что крафтить яйца довольно-таки сложно. Еще одна штука, ребята, вот такая вот, как блендер какой-то, я не знаю, он тоже у вас забирает яйца, поэтому если вы сюда нажмете, то вы тоже потеряете яйцо. Вот смотрите, такую спиральку мне как бы дали за
очередное яйцо, и я уже потерял, по-моему, свое бронзовое яйцо. В общем, кошмар. Все эти гемы и спиральки вы тоже можете использовать для дальнейшего улучшения, для каких-то бустов, но нужно знать комбинации. Пока я, кстати, эти комбинации не знаю. Сейчас я только что скрафтил уже платиновое яйцо, оно очень крутое, потому что это X2 к квестам. И это, ребята, было супер, потому что я таким образом, смотрите, составил супер комбинацию. Три яйца, которые в общем дают мне буст на 3,5 икса к наградам с квестов. И именно, ребята, это мне позволило, ну, наверное, за полдня прокачать целых 2 локации. Да, ребята, это не шутки. Смотрите. Иду к гномику и отдаю квест. Он мне должен был дать 4Т. Дает, смотрите, сколько. Вот видите, даже написано 3,95. Вместо 4Т он мне дает 14Т. Представляете? Таким образом, ребят, я очень быстро прокачался, ну а вас агитирую поставить лайк под этим видосиком. Кстати, ребята, если вы видите уже 900 тысяч подписчиков на моем канале во время премьеры этого видео, то большое спасибо всем за поздравления. Так, ну что ж, ребята, таким образом я очень круто прокачался. Мне, кстати, помогал вот этот вот парень, Дима. Я его даже добавил себе в друзья, потому что он мне реально очень помог. Он мне помогал, видите, с одного удара просто сбивать эти цветочки. И я за 45 секунд фармил, получается, 14Т. Таким образом, ребята, я очень быстро нафармил 300Т и смог открыть следующую локацию. Но сейчас, ребят, давайте посмотрим, все-таки вам покажу все крафты, как вы можете комбинировать яйца и что вы получите за бонусы на выходе. Смотрим. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, самые простые яйца. Первое яйцо вы можете получить, если соедините голубое и фиолетовое. Получите плюс 5 к скорости. Второе яйцо вы получите, если соедините голубое и желтое. Получите 1,2 к квестам награду. Ну и последнее, Radiant Egg, дает вам 1,2 дамага. X1,2. Для этого вы соединяете желтое и фиолетовое. Дальше, что будет, если соединять уже эти яйца? Итак, ребята, дальше вы получаете такие яйца. Одно вам дает плюс 10 скорость, второе 1,5 на квесты и последнее 1,5 на дамаг. Вы видите снизу, какие нужно использовать яйца, чтобы скрафтить эти яйца. Дальше, соответственно, вы видите снизу опять, что нужно крафтить для того, чтобы получить серебряное, золотое и бронзовое яйцо. Серебряное дает вам критический шанс, золотое X2 на инфинити цветок и бронзовое X2 к продаже. Дальше платину дает вам X2 к квестам, титаниум 0,5 критический шанс и эсмеральдовое, то есть изумрудное, дает X2 критический дамаг. Кстати, о критическом дамаге мы еще немножко поговорим позже. Ну и последние яйца, я их не выбивал, поэтому не знаю, как они выглядят, но знаю, что они дают. Одно дает 2 X дамаг, второе 1% критический шанс и третье 3 икса на монстр цветочки. Ну, как по мне, это пустые награды, не сильно и нужные. Дамаг, конечно, да, прикольная, а вот все остальное так себе. Ну окей, ребята, пока я все это делал, видите, что я прокачал уже 68Т и сейчас уже последний квест забираю. У меня уже есть 300Т и я открываю локацию буквально, я не знаю, за сколько мы ее очень быстро открыли, за полчаса, даже меньше, наверное. Я попадаю теперь в кристальную локацию. Смотрите, какие здесь задания. Так, скорпионы дают задание, смотрим. Этот скорпион 37Т дает, неплохо. На той локации 4 было максимум. А здесь уже у нас максимум 62Т. И это, ребята, без моих бустиков. Сейчас мы посмотрим, сколько мне будут давать реально Т за то, что я смогу тут пофармить немножко. В общем, ребята, это очень крутое обновление. Благодаря ему я снова вернулся в эту игру. Очень круто прокачался. И давайте смотреть, что еще интересненько. Вот здесь вот я сейчас выбиваю новый предмет, который мне дает X2 на продажу именно в этой локации. Кристально. На каждой локации, ребята, вы можете находить подобные вещи. Видите, там было
У меня палка здесь, вот такая штучка. На первой локации еще что-то, на второй там снежинка и так далее и тому подобное. Собирайте абсолютно все эти призы, соберите. И дальше вам расскажу, что с этим делать. Итак, смотрим, ребята. 507, ну, 1Т у меня, по сути, сейчас был. И стало... 225Т за одно задание. Обалдеть. Короче, ребята, потом я пошел повыбивать пчелку. Решил попытать свою удачу. Так, тут уже стоит одна пчелка 80Т. Это довольно-таки дорого. Но потом решил, что я все-таки не буду на это тратить свои деньги, свое время. А лучше я открою следующую локацию, которая стоит уже 6QD. Так что, ребята, отправляюсь дальше фармить. Фух, ну что, ребята, это был последний квестик. Спустя 2 часа, наверное, это все заняло. И теперь я открываю Сакуру, самую последнюю локацию. Если бы кто-то с утра мне сказал, что я смогу до конца дня сюда попасть, я бы смеялся ему в лицо, потому что это очень сложно. У меня вообще был минимальный дамаг, и за квесты давали копейки. А сейчас, ребята, я попал на самую крутую локацию. Смотрите, какие тут квестики дают эти мишки. Фух, это просто фантастика. 112, 156, капец. Ну что ж, ребята, попробуем здесь немножко пофармить. И также, ребята, я покупаю Baby B. Это эксклюзивная шапочка за робоксы. Можно было, конечно, не покупать за робоксы, накопить, но мне очень хотелось прям сразу еще квест увеличить, чтобы быстрее насобирать денежки. Так, сейчас я ее активирую. Вот она теперь мне дает X3 на квесты. То есть я буду получать с моими бустами еще больше денег и еще быстрее буду прокачиваться. Ну что ж, ребята, опять мне помогает Дима и еще его напарник. Также, ребята, есть лисичка, которая вам дает код. Спринг ее зовут, и такой же она дает код Спринги. Если вы его введете, то вы получите неплохой буст. У меня, к сожалению, наверное, слишком много денег было, поэтому я не ощутил этот кодик. Сейчас я его введу, наверное, и покажу вам, что я получил. Так, спринги. Вот такую вот я сумму меда получил. Что получите вы, это зависит от вашей прокачки. Так что, ребята, вводите этот кодик обязательно и получаете бустик неплохой. Что еще, ребята? Тут награду можно получить, смотрите. Опа, видели? Неплохая, да, награда? У меня уже 1QD. Это просто немыслимо. Конечно, я очень благодарен разработчику, что он сделал подобный ивент, и такие, как я, смогли немножко прокачаться и попасть на последние локации. Дальше все просто. Я брал как бы квесты, собирал денежки, и сейчас хочу еще также попробовать повыбивать пчелок, поэтому отправляюсь это делать. Пчелки безумно дорогие, стоят 500Т. Но мне хотя бы одну выбить, вот эту Ancient. Она очень крутая, она самая крутая в игре, и мне бы очень хотелось ее выбить. Но, к сожалению, не получилось. Итак, ребята, еще что я хочу показать, это то, что как влияет вот эти вот яйца на ваш дамаг. Вот сейчас вот в таком состоянии без яиц я сделал 42 миллиона за удар. Теперь пробуем с одним яичком, который немного добавляет буст. Уже 50 миллионов, но она давала 1,2. Давайте на 2 попробуем сейчас. Где у нас на 2? Вот. А нет, это критический дамаг. На 1,5. Вот, добавляем его. 1,5, пробуем. 76, где-то 75 миллионов. Касательно критического дамага, это тоже очень прикольная штука. То есть вы можете за один удар уничтожить абсолютно все растение, если вам повезет. Но, к сожалению, просто дамаг не добавляется, и сейчас у меня те же 75-76 миллионов. Сейчас я покажу, как работает критический дамаг, если он попадется вам. Смотрите, вы бьете, 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 и потом... Смотрите, опа, и все. Цветочка нету. Ну, удобная штука, но, видите, не факт, что она будет все время вам попадаться. Также, ребята, очень много разных вещей в игре, вы видите огромное количество. Ну а также у крота на локации с жабами вы можете купить носок за 800 с чем-то миллионов. И он вам даст еще, кстати, буст на X2 дамаг.
Также, ребята, вы можете соединять между собой все эти предметы некоторые и получать дополнительные плюшки. Я, к примеру, соединил песочные часы, потом вот эту вот пружинку эссенцию, которую я вам рассказывал, заменяла мне яйцо, и снежинку. И все это мне дало капельку, которая, собственно, мне теперь дает X2 на продажу. Возможно, есть и другие еще рецепты крафта, я не знаю. С вот этими гемами, пружинками, какие там есть комбинации. Нигде не находил эту информацию, но, возможно, со временем она тоже появится. Ну что ж, ребята, это самое главное, о чем я хотел вам рассказать. Сейчас я нахожусь уже на самой последней карте, ребята. И мне все-таки повезло выбить пчелку Янг. Это самая крутая вот эта вот пчела черная категория, и теперь я ее прокачиваю. Ну все, ребята, я думаю, до 15 левела я могу прокачать, и после чего уже делать новый титул для своей пчелы, прокачивать ее уже до прайм, пробовать и заново все дальше идти прокачивать. Фух, ну что ж, ребята, все это было очень круто, день был насыщенный. Прокачивайтесь, играйте, быстренько крафтите яйца, чтобы у вас были прикольные бусты, и с помощью этих бустиков вы быстро прокачаетесь. Смотрите, какие классные статы у новой моей пчелы. Плюс 100 скорость, 240 сила и 39x на рюкзачок. Короче, она безумно крутая, ребята, иду делать Prime B, у меня потому что пока Alpha B, и качать, собственно, новые категории своей пчелы. Спасибо, что смотрели, ребят. До новых встреч на моих каналах. Всем пока.